Всем привет! Меня зовут Владислав Радимов. Футбольный клуб «Зенит» и благотворительный фонд «Русфонд» уже 2 года проводят замечательную акцию «Давай-давай». Ее суть заключается в том, что любой «Зенитовец» соглашается сделать что-то необычное в обмен на помощь подопечному «Русфонда». Я уже воспользовался услугами таксиста Маурисио и теперь постараюсь сделать что-то сам. Полуторагодовалому Ване Ганичеву произвели трансплантацию костного мозга. Теперь ему требуются препараты для восстановления. Если мы вместе с вами соберем 781 тысячу на лекарства для мальчика, то я выполню самое необычное действие в своей жизни. Давай-давай!